Can you do it again, please? Это цапля так это. Летит. Ой, какая клевая. Надевай пуховичок, за и прыгай в водичку. Цвет воды, чтобы слиться. Прыгай в водичку. Мне этот мир абсолютно понятен. Посмотри, что на меня. Кто-то видит такой цвет каждый день воды, а я себе пуховик такой. Под водичку. Я не могу. Готова смотреть номер. Заходим. Очень красиво. И наш вид. Боже, как красиво. О, как вкусно пахнет, ребят. Это непередаваемо просто. Что мы собрались на ужин? Из макияжа только накрашенные ресницы чуть-чуть. Которые, кстати, не стала наращивать.
Юлек, да. Ты готова? Пойдем смотреть закат. И на ужин. И спать. Сил нет никаких. Я уже распереживала, что нет самого. Главное, это зеркало в пол. Ну, слава богу, жизнь наладилась, все, оно просто было спрятано вот здесь вот. Все хорошо, контент будет пилиться. Все нормально, а то без зеркала никуда. Мы идем на ужин. Юль, сейчас капуши, закаты и рассветы без нас пройдут. Pull up the single turn up. Pull up the single turn up. Юлька говорит: Ксюш, посмотри быстрее, нам принесли такой вкусный тающий трюфель. И вот как бы мой трюфель.
поменять местами. Обещав подарить тебе сердце. Я протяну лишь холодный камень. Ты будешь лежа на кафеле ночью глотать снотворные от обид. Слишком смелая, чтобы свернуть с пути. Я слишком преданна, чтобы кого-то любить. Ты чувство. Там, где была лишь сажа да копоть. Теперь остался огромный пробел. Согласилась забрать только опыт. Но эту боль не оставлю себе. Я слишком горд. Я слишком
Cada vez prendido de tu vida y tu prendida de la mía. Ксения, вы как-то мало... Макаш, дети. Мало кушаете, вы как-то, говорят, очень похудели. Покажите вашу диету. Здравствуйте, это магазин мужчин. У нас есть симпатичные, добрые. Нет. Может быть, качок? Не то. Бизнесмены? Это тоже не подходит. Может быть, вас какая-то конкретная модель интересует? Вы знаете, у меня сейчас такое настроение, а у вас есть прям уебок? Вот чтоб с мамой жил, не работал, вот... Давай, к победе, родной!
так за себя не радуемся. Круто, когда твой день начинается со спа. Что может быть лучше? Такой спа красивый. Ой, как приятно. Красиво. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Понимаешь, а ты мне опять со своими там это иди суетись дальше, это твое распределение. Я форты помню, всю дорогу ехала на велике и снимала. Ну что-то как-то этот дар у меня пропал. Мне кажется, тяжеловато.
Девчонки, все вопросы в директ. Какую книгу читаю, какие крема с собой взяла, что за кофточка. Потом, что же еще-то какой-то популярный. А что за сериал? Вчера ночью смотрели. Пора, по-моему, опросник устраивать, да? Один из популярнейших тоже вопросов, точнее просьб. Ксения, помогите, пожалуйста. Закрыть кредиты. Ну, ребят, я не могу закрывать ваши кредиты. Это вы должны делать сами. Это ваша ответственность, в конце концов. Да, и ваша жизнь. У меня она своя, у вас своя. Я только могу каким-то дельным советом поделиться с вами для того, чтобы жизнь стала лучше. Очень много девушек в декрете жалуются. Девчонки, смотрите, для того, чтобы быть независимыми, можно продолжать работать в интернете. Вот есть такой замечательный Дима Кудряшов, он создал профессию администратор Инстаграм. И уже больше 7 лет этому обучает. И после обучения у него девушки также продолжают оставаться в декрете, работать, но тем не менее успевают закрывать кредиты, быть независимым от своих мужей. Продолжают даже путешествовать и покупать себе ту одежду, которую они хотят. У Димы скоро будет марафон для новичков. И я его рекомендую каждому из вас. Там вы узнаете, кто такой администратор Инстаграм. Да. Слушайте реальные истории его учеников и решите для себя, подходит вам эта профессия или нет. Для вас это ничего не стоит, но дает вам огромный шанс начать новую жизнь, о которой вы всегда мечтали. Интересно, эта майка так оттеняет красный цвет. Слушайте, я сейчас написала пост про правильное питание, про залюбить свое тело. Я реально так думаю. Но еще. Я знаете, что думаю? Я так пожалела, что дьюти-фри конфет мне купила. Мне все мысли только об этом. Вот Мальдивы всем хороши. Но вот одним только плохи. О, мне Батлер пишет, какие конфеты вы хотите. О, ты скажи сразу, что конфеты. Я вас люблю. Только хотела, пожалуйста, сказать, как плохо, что тут нет магазинчика, понимаете, за конфетками заскочить. Какие конфеты вы хотите? А какие конфеты мы хотим? Ты сразу скажи, что здесь полно шоколадных, а тебе леденцы подавай. Бон пари. Мне кажется, кто-то сегодня загорел мальца. Мальца! Get up.
Ты да. что, она вот такая вот? Нет, такая. Вот на эту наступить надо тебе. Вот на эту? Да, вот залезай. Вот на что ты сначала наступаешь? Блядь, у меня сиська. Просто так тыльник разум потерять. Или тебя как потерять? Я вижу все и даже больше. Вижу все, но не тебя. Ты как образ. Это я себе все сам придумал. Все эти чувства твои. Так, вот это масло, про которое вы все время спрашиваете, оно всегда со мной. Всегда со мной. Вот это алоэ, это после уже, after sun, да, после солнца. Вот такой набор, вот, всегда со мной, еще тоник беру. Тоник тоже, это очень любимый. Это вот самый лучший. Алоэ спасает, если сильно загорели, да. Масло, ну смотрите, там сначала, знаете. Еще моя любимая ампула. Этот раз взяла с собой календарь. Он уже практически пустой. Смотрите, значит, вот такие вот ампулы баберовские. Они тоже офигенные. На все случаи жизни. Я их очень люблю. Здесь все написано. Каждый за что отвечает. Здесь все есть. Я без этих ампул вообще не путешествую. Они у меня всегда с собой. Не могу показать. Еще даже какие-то вот тут. Ну, то есть они у меня везде по косметичкам раскиданы, потому что я их очень-очень сильно люблю. И после этих ампул я вот не люблю наносить крема на отдыхе. Не знаю, мне как-то вот для кожи тяжело. Я люблю тоник и после нанесла ампулу. Ну, на ночь уже крем, конечно. Но...
Oportunamente el secretario general en su discurso de apertura. Sin embargo, y debo enfatizar esto, no hay una fórmula que pueda aplicarse en todos los casos.
por ejemplo. Завтрак. Все, что я люблю. Красивая, конечно. Что я могу сказать? Чего ты тут сидишь? Здравствуй, моя грусть. Она любит музыку. Снова я пишу на пустую. Я тебя запомнил, басую.
Wake up in the morning, brush my teeth before I see my queen. Wow, who are you? Kaboom. Bitch, I'm two phone baby king. Собой твои мысли забыл. Заполнять собой твои мысли забыл. Цветы тоже покажу. Цветы сейчас покажу. Да. Мама уже сделала. Цвета. Кто в гости приходит? Челси? Была операция. А что опять случилось, мам? Собака выбежала из ворот и за мной побежала. Нет, Челси. Она добрая, она хорошая, добрая, да. Нагоняла за берцем. И что, Цветан ее испугался, мне Марусь рассказала? Нет, я не испугалась. Через стекло, вот эта дверь закрытая, и Цветан такой через стекло на нее смотрит. Мама, а Цветан через стекло. Как мама встречает свою дочь. Как красиво. Моя любимая колбаска. В чем вечеринка-то заключалась? Мы должны были спать. Да. На чем? В солнечасе. Там спим. Кукурузу дай. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот. А мы не спали. Так. А тусили. Так. Ну, как бы кидали всякие игрушки, бегали, пока няня не сняла. Няня. Не сняла это все и отправила. Кому? Светлане. Светлана сказала, что придет сюда и с Дашей. Так. А с Дашей директор садика. Так. Вот.
Мне забрали, Анна Светлана пришла, но не... Надо было вставать. Короче, вы протусили всю вечеринку, да? Да. Ну, весело было самое главное. Мама сидит, отгадывает кроссворды. И вдруг ни с того, ни с сего. Мама, отгадаешь, кто это? Это я взяла кроссворд. Я взяла кроссворд и просто на рандомной подходит странице открыла. Подходит Бородина. Я все время в цветы кидаю аспирин, чтобы они дольше простояли. Мы к цветам все время. У нас играют. Мать родная, а? Мамочка. Ну что, когда тебе скучно не живется, ты решила покататься на танке. Почему бы и нет, действительно? Какой из меня танкист? Надеюсь, крутой. Катали на обкатку. Сейчас на обкатку, потом встретимся. Тут мимо зеркала прошла, смотрю, даже прическа сохранилась. Это хорошо. Что, мне кажется, у меня акклиматизация начинается. Вообще какое-то такое состояние, нестояние. А уже что, время 10-11-12 часа, а у меня на Мальдивах уже час ночи. У меня на Мальдивах, на моих Мальдивах сказали... Ты включила? Все, мы спать ложимся. И спасибо большое за поддержку в комментариях. Ребят, я на самом деле забыла уже, что такое хейт в таких количествах. Прям даже как-то непривычно. Вроде последнее время очень долго на позитиве жила. Ну ладно, это обратная сторона публичности. Ничего с этим не сделаешь. Поэтому... Тут как бы останутся адекватные, как говорится. Неадекватных нам не нужно. Ну что, всем доброго утра. В Москве солнце. Это такая редкость, но это так красиво. Просто невероятно. Как дела, дорогие мои подписчики? Вчера был вечер неадеквата, конечно. Утром сегодня тоже оно немножко продолжается, но я уже стараюсь не читать никакие комментарии, потому что неблагодарное это дело, на мой взгляд. Есть, конечно. Ну, знаете, это как бороться с ветряными мельницами. Это одно и то же, чтобы, я не знаю, там снимала бы какие-то рецепты и резала бы ножом огурцы. А мне бы сказали, это пропаганда, потому что ножом можно там причинить...
вред человеку. Или я пью воду, а дети в Африке без воды сидят, понимаете? Едим мы каждый день. Ну, короче. Когда я вчера приехала на эту базу, я задолбала девочку, которая там работает, вопросами. Ну, потому что там еще тир, все дела, то есть там, естественно, стреляли и так далее. И я говорю, а у вас люди что, приезжают и вот это все выставляют? Они говорят, да, ну, конечно, а что такого? Я говорю, и все нормально, реакции нормальные. Они говорят, первый раз слышу вообще, в принципе, такие вопросы. То есть, если бы обычный человек выставил бы такое фото, или если бы я его выставила 23 февраля, вы бы ни слова не сказали. Но нужно все время доебаться до публичного человека. По-другому я это просто назвать не могу. Ну, то есть, это откровенное просто докопаться. И по-другому никак это не назовешь. Вы просто, ну, вы решили свою злость, решили выместить на мне. Я всегда была за мир, и вы знаете прекрасно, что никогда в жизни, ни в каких пропагандах я точно не участвовала. Я мирный житель, и всегда ею была. Как это можно было приурочить к тому, что сейчас происходит в другой стране? Сука, ну это же надо вообще вот, ну, серого вещества не иметь. Или как? Вот я просто хочу понять, как, каким образом. Я вне политики в данной ситуации, да, и никогда не буду давать какого-то своего оценочного мнения, особенно в соцсетях. Есть специальные люди, которые готовы это обсуждать, снимать репортажи и так далее. Я к этому никогда не была готова, и я понимаю, что это не сильно благодарное дело. И всегда хочется мира для всех людей, вообще для всех людей на планете. Всегда хочется, чтобы все жили счастливо и спокойно. Поэтому, если вам сейчас больно или страшно, мне искренне жаль, и мне хочется вас обнять и сказать, что все будет хорошо. Но помещать свою злобу на мне через мои соцсети у вас, ребятки, не получится точно. Ну, правда, уж легче вам от этого точно не станет. Так, из хороших новостей. Вес стабильно держится. 48 килограмм. Хотелось бы, конечно, поменьше, если честно. Хотя бы 46. Ну, ладно. 48, так 48. Так что встала на носы. Показывать не буду, доказывать не буду. Я думаю, что навряд ли подумают, что я вас обманываю. Так, ну что, я в душе взял. Нет, был ты или не был, ветром по волосам, солнцем ладони твоя. Да ёлки-моталки. Сейчас все шарики сдуют. А? Тоже по нему автобусом едет. Она из параллели. Кто-то есть. Давайте, заходите. Это поела. Так, а там дальше розовая акула для Теи. Тея. Ну, сейчас будем отдавать, ну, или давай. Потом, да, смысла нету сейчас. Да. И пламенная.
для Марусеньки. Я на нем спать, я на нем сплю. Покажи, какой классный. Шея. Класс. Ну покажи ты акулу. У Маруси есть голубая, ты тоже все время хотела. Да? Классная ты ешь. Отличные брови, мне кажется. Да? Так и пойду сегодня. Я надеюсь, что ботинки. Рад вас приветствовать, рад вас слышать. Ну что, настраиваемся на самые лучшие мысли, самые-самые. Разделяя небо на двоих, разделяя небо на двоих. Помнишь, как все это было? Старые снимали фильмы, но всегда по-своему. Фейерверками играли лучшие от этих. Хотелось бы хорошими новостями, хотелось бы добрыми историями. Не хочется говорить слово позитивное, оно такое затертое и как будто бы потерявшее смысл уже. Вот, поэтому... Не
обними сестру. Обними сестренку. Более объемно. Обними сестренку. Обними сестренку. Это не всегда деньги, правда? Обними сестренку, я и говорю. Среди всех чудес светлей, звезды в небе, карусель чуду. Снова пропадать, снова волни попадать. Ови моих цветные сны, они полны тобой. Thank you.
лишь холодный камень. Ты будешь лежа на кафеле ночью, глотать снотворные от обид. Ты будешь так же любить меня точно, и так же точно меня ненавидеть. Ты слишком смелая, чтобы свернуть с пути. Приехала приличным человеком. В итоге на него переодели. Телогрейку практически надели. Валенки. Иду на лобное. Утро девушки, которой уже не 20 лет, начинается обязательно с приема витаминов и всего полезного, то, что нужно для нашего организма. Потому что мы все привыкли, конечно же, безусловно, чтобы у нас была внешняя красота. Это позаботиться о волосах, чтобы они блестели. Обязательно педикюр, маникюр. Но этого недостаточно, потому что нужно обязательно думать о своем организме, да, и он должен быть красив внутри. В том числе. Поэтому мое утро, значит, обязательно с витамина С, да, обязательно магний, обязательно цинк и обязательно коллаген. Да, тем более он так легко готовится. Значит, нужна лишь всего лишь одна ложка. Сейчас я возьму ложку. Нужна одна ложка. Так, разбавляю водой. Мешаю. Девчонки, это просто обязательная процедура для нашего организма. Без коллагена никуда. Вот так вот он выглядит, все руки. Он еще и вкусненький очень. Ну так вот заказать можно на Озон. Я сейчас ссылки все оставлю. Да? Ага, в Эмиратах от пяти лет. Очень быстро окупаемость в мире вообще. Я весь этот мировой рынок, в принципе, очень много интересуюсь. Я сегодня вместе со Львом приехала в Сити, потому что мне недавно был очень жесткий разговор с моей мамой, и она сказала, что я Чичиков, и что это ненормально, что надо покупать квартиру, надо всегда вкладывать недвижимость, и мне всегда кажется, нет, я с ней полностью согласна, с одной стороны, кажется, что это какая-то люди старой закалки, а с другой стороны, я прекрасно понимаю, что копить
нет никакого смысла, потому что сегодня это одни деньги, а завтра это другие. То есть инфляцию никто не отменял, и все это прекрасно знают. В общем, я собралась с мыслями, очень хочу квартиру, давно об этом думаю, и сейчас все-таки пришла к тому, что хочу еще купить, еще квартиру. И найдем, обещаете? Вот, кстати, мой риэлтор Евгения, познакомьтесь. Жень, спасибо большое, мы сейчас разобрали разные варианты. Конечно, какие-то цены пугают, какие-то вроде кажется, что нормально. Жилье никогда не было сильно доступным, и всегда нужно затянуть пояса для того, чтобы купить хорошую квартиру. Но нужно прекрасно понимать, что квартира – это всегда очень хорошее вложение. Но вы знаете прекрасно, что риэлторы бывают разные, нужно результат будет очень быстрым, потому что я такой очень дотошный клиент в этом плане. Но буду надеяться, что все получится. Так, ну что, будем смотреть, что есть интересного. Конечно, это очень нелегкий выбор. Так, все, я приехала на съемку. Иду на Лобное. Как у вас дела, как настроение? Слушайте, никак не становится теплее, все время приходится только утеплять. Еще Диев мне принес пиццу, я сожрала 4 куска. Благо, они были маленькие. Хотя всех что-то сегодня встречаем, может быть, я такие джинсы сегодня надела, я не знаю. Все такие, ой, ты так похудела. Ничего я не худела, ребят, если бы, блин, пиццу уже. Забыла еще приятную новость. Ваня, включай микрофон. Кстати, где мой микрофон? Забыла вам еще приятные новости рассказать. Мне идет подготовка к дереву. Уже столько всего. Сегодня встречались, декор показывали мне. Короче, будет вечеринка. Я к ней активно готовлюсь. Ксюша будет в восторге. С ним в одну постель ты стоги. Дождь, как и вчера, кроет города. Твою печаль опять в круге. Ночь или день, свет или тень, в лицах людей прохожих. Долго искал, чтобы узнать. Здравствуй, моя грусть. Снова я пишу, но пустую. Я тебя запомнил, басую. В комнате малиновый куст. Бывшие всегда за спиной говорят плохо, а мне так похуй. Они думают, что без них будет мне одиноко, а мне так похуй. Бывшие всегда за спиной говорят плохо, а мне так похуй. Они думают, что без них будет мне. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил, может, где-то был неправ, может, ты не поняла. Я так хочу тебя обнять, спросить, как твои дела. Но я знаю наперед, кто трубку не возьмет. Только свет далекий манит одиноко в окна. Я под окном твоим останусь до утра.
Девчонка красавица в красном платьице, но как звезды горят глаза, может ты меня Ну, давай, все. Я положу, положу. Ага. Какая ты нарядная. Тебе, красотка моя. Ой, Галя какая. Что за платье у тебя модное? Проходите. А что, внизу? А, нет, Сережа не уезжает. И Юра, все ждете внизу. Да. Что ты раскричалась? Давайте раздевать. Господи, господи, какие нервы. Откуда такое платье-то красивое? Это у нее было такое? Я не помню такое. Инь, а как это, Сережа, ты сказать насчет завтрака? Мам. Днем рождения тебя. Выходи. Выходи, бабушка. Ой! Днем рождения, Галина Ивановна. Ну, привет. Целую бабушку. Занесете, ребята? Конечно. Какой красивый ужин. О, пицца. Ну как хорошо, а, грибочки. А разбирайте пакет-то. Ты, тебе, ой, Марусь, тебе не холодно? Нет, мне не холодно. Носки можешь какие-нибудь? Да там полно носок. Сейчас я тебе дам. Чего? Может, это пока на балкон? Чего боишься? Здесь места да, нет. Давай, давай. Стишок рассказывай. Ты все знаешь наизусть, не переживай. Давай, разбирай пакет тоже, разбирай, дочь. Эй, разбирай пакеты. Вон, Маруся, сейчас видишь, как помогу. Разбирай? Тебе вот этот другой разбирай. Что ты там понесла? Крендельки с маслом. Это наш любимый. Какие, покажите? Смотри. О, малинка, калинка, малинка. Угу. Садись, пожалуйста. Ну, сейчас, сейчас. Тебе понравился подарок-то, баба Галь? Да, ой, спасибо, спасибо. Только пользоваться, а то никак кофе вон. Каждый раз как привожу, раз и все стоит. Не наклоняться никуда. Ну, как тебе стоя. Удобно, да? Я говорю, баба Галя, ну ты куда подарок-то спрятала? Вот я так и знала, понимаешь? За шторы, теперь там будет стоять, а, да? Не. Будешь пользоваться? Я ей не тут отдам. А-а-а. Вот, удобненький. А что ты говоришь, не надо? Не надо нагинаться же. Ну, конечно. Ну, ты какая загорелая-то? Как ты же загорелая-то? Я же на Мальдивы ездила. Ты забыла, что ли, сейчас? А я не знала. Еще раз ездила же. Не, не знала. А-а-а. Все, пошли есть, ученицы. Не бабуля, не мафей не бой. Что всем сердцем, когда шоу, я буду говорить.
Это слово непростое, нелегко произносить. Но я глагол «люблю», наверное, его лучше заменить. И буду ровно. Из двух слов какое выбрать? Из двух слов какое выбрать? Я не могу сейчас сказать, чтобы нежность и заботу мне бабуле показать. Молодец! Нет, стоп, стоп, а, еще не все. Извините. Я только первый куплет. Давай, второй, давай, пошел. Дальше. Это не второй, это четыре куплета. Вот, давай. Заменить слова не могу. То, что в сердце у меня. На... В нем. В нем всегда еще очень дорогая. Все, браво! Поздравляю. Ой, ты не очень какой-то. Поцелуй бабу Галю, давай, все, обнимите. Молодец, молодец. Спасибо, спасибо. Где еще могла встретить эту роскошную женщину? Только на мероприятии у нашей общей подруги. Вероник, ну ты как всегда, роскошная жизнь. Ну, шампанское. Буду, конечно, что у тебя там показывать? Ну что, розешечку или Кортье будем пить? Кортье, я только за Кортье. Давай, дорогая, открывай. Я с радостью. Я люблю, когда у моих знакомых все складывается хорошо. Вот это правда, мне всегда приятно. У меня нет никогда ни к подруг, ни к близким знакомым никакой зависти. И это классно, когда жизнь сложилась и удалась. И всегда приятно от того, что твои близкие знакомые, твои подруги еще являются очень грамотными психологами, могут что-то посоветовать и рассказать. Это всегда очень круто. Так, девочки, я еще и щедрая. Хочу вам подарить подарок. Этот вебинар посмотрели 50 тысяч женщин и просто счастливы. Он стоит 34 500. Я вам просто дарю. Напишите мне в директ подарок и получите. Страшная женская болезнь под названием «Я сама» лечится 4 лекарствами. Мужская любовь, мужская защита, мужская забота и мужское терпение. Бурак Асчевит, Неслихан Атагюль, Каан Урганджиоглу. Можно я пойду домой? Мне надо, у меня дела. 2 минуты. У меня столько дел. Не, ну вот посмотрите, как люди нынче в наше время ходят по ресторанам. Я-то поняла. Могу себе позволить. Не, ну у тебя очень красивая фигура.
Тетя Катя, а ты как пришла? Тетя Жан. Вот тетя Тамар пришла. Три одинаковые. Короче, девочки меня позвали в комнату, говорит, мам, смотри, мы решили генеральную уборку сделать. Не девочки, а ты. Я просто сказать, что я в шоке. Не сказать ничего. Так, а вы это все вытащили, чтобы что теперь сделать? Ну, как вот тут все пропылесосить, промыть. А, вы пылесосить пошли? Ну, я уже. Ты хочешь себе здесь комнату? Нет. Замутить? Как у тебя там? Нет. Да. Давай. Ой.
Маруся, она твой телефон уронила. Маруся, давай сфоткаем до и после. Нет. Почему? Прикольно она предложила. Сфоткайте до и... Пусть сфоткает. Ну дай ей телефон, пусть сфоткает. Так а тут что снимать? Тут-то все равно нет. Нужно было снимать, как нужно. Вот этот мотоцикл ей не нужен, этот стул ей не нужен. Вот эти все игрушки поломанные. Вот эти вот все игрушки. Вот эти львята, они тут лежат уже миллиард лет. Это все не надо ей. Ну давайте отдадим. Может, кто-нибудь заберет? Вот это мы планировали сделать. Давайте, прикольно. Смотрите, какой мотоцикл. Кресло. Но это надо, это просто надо выкинуть. Поломанные игрушки вообще не нужны, мотоцикл просто надо. Сломанный, мам. Почему сломанный? У него ручки нету одной. Да. Это моя сумка, когда я была маленькой. Да. В коляске. Да. Так, хорошо. А вот эти тоже же можем отдать. Не, ну ручку можно же сделать, нет, здесь как-то. Нет. А что ты своим друзьям? Ну знаешь, какие. Коляски-то эти, люди. Не нужны, ты с ними не играешь. Да. Вот эти три собаки. Нет, три собаки нужны. Вот это все тоже Жаль, надо отдать. Кусочка. Книги эти. Что, почему здесь книги? Ну, мое чистое постельное белье вы... Это что такое? Ну-ка, убирайте быстро, я вас сейчас убью. Пошла жара, мне кажется, они сейчас полдома отдадут. Но огонь вообще. А самый прикол, значит, мама говорит, значит, я собрала какие-то, не обращайте внимания, это не обращайте. Я собрала все вот эти вот вещи ненужные, ну, собираю потихонечку, хотя бы хоть от какого-то, от каких-то вещей избавиться. И там мягкие игрушки. И набрала целый пакет этих мягких игрушек, а она мне кричит: нет, вот эти три я оставлю. Я говорю: зачем? Для чего тебе эти три? Баба Галя на дачу. То есть все время хлам собирается дома, потом этот хлам обязательно едет на дачу, потом с дачи. Я не понимаю, каждый раз, вот я помню прям с детства, зачем мы каждый раз все тащили на дачу. Вы помните вот это? Это все на дачу. Да не, на дачу, мам, забирай, чё ты. Нет, я вот такие красивые вещи-то забираю. Рюкзак вот этот нужен? Нет, бросай, он уже весь в волосах. Он волосатый. Он какой-то очень лупоглазый. Ой, Инна, смотри. А здесь ничего не осталось от домино, выбрасывай. Они, наверное, там, внизу лежат. Не надо, я вам купила. Ну, давайте продвигайтесь вот туда, правее продвигайтесь. Это мой домик. Луна. А где Барба была вот еще? Это борода. Что такое? Не знаю. Вот это мы отдаем, да, все? Ну, только тут нужно разобрать это. Платье отдаем? Да. А, это отдаем. Куклу отдаем. Давай, раз. Это что за бинокль? Это да. Отдаем, кому-то может надо. Ничего себе, на эти куклы сколько стоит. Мам, убирай, а! Ты, а тебе нужна вот эта куколка? Да, да, очень. О, Люб. Да. Вот этот петух. Не нужен. Это он же новогодний, вы чего мы его оставили? А зачем он нужен, новогодний магнитик, этот петух? Магнитик, Инна, на дачу. Инна, на дачу, магнитик. Не надо, Новый не год на еще дачу. Будет. О, лампа заработала. Она всегда работает. Вот этих единорогов. Тоже отдаем. Нет, тебе не тоже не отдаем. Только была бы вонючесть. Наша любимая вонючка наша. Дорогая. Лапа. Никогда нашу вонючесть не отдадим. И Берчика никогда. Ну ты что? Нет, конечно. Он же хорошо себя ведет. Хороший мальчишка. Угу, хорошо. Все бутылки разбил. Да? Что за бутылки? Ну еще давно. Ну давно. Я же. Вам поставлю, да? Огромный наш котяр. Вообще-то для мыла, для полотенец. Это хорошая корзинка. Я только недавно таких покупала. Молодец. Раритет. Короче. Раритет. Там, ты первый пришел покупать льва? Это раритет. Прям балдеешь, когда ты вещаешь.
Все, массаж закончился. Где вы ее нашли? Откуда у нас тут такой парень? Она где-то там лежала. Сейчас ты ее принесешь. А льва этого тоже? А вот этого льва не отдаем никогда никому. Такого зернячего. Зернячего. Красивого мальчика такого. Кто такой красивый матиська? Мам! А. Мне тоже пришли из урода. Очень красиво, да. Ну это не отдавайте, это прикольно же, нет? Или вы же? Не расчешем никогда. Ну да. Вот я, знаете, что, ребята, не понимаю? Вот на Netflix выходит сериал, и сразу весь сезон, да, и ты смотришь спокойно. У нас же 22 февраля, потом 1 марта, потом 8 и аж до апреля они растянули до 12 сериал. Вот хочется узнать, ребят, в каких целях вы это делаете? Вот чтобы понять просто, вот зачем? По одной серии вот это вот. Я говорю, ты помнишь, раньше с каталогом Эйвон ходили по этим, по подъездам? Да. Заказывать. Не по подъездам ходили, они либо по подъездам ходили, либо отдавали. Это вот как мы так покупки такие совершали, вы помните вообще, нет? По каталогу выбирали духи, помады, тушь. Помнишь, мама? Да. Это я сейчас к чему? И прям цены там. К тому, что я офигела телек и увидела, что там есть такой канал, и вообще на разных каналах до сих пор продают всякие платья, кольца. А ювелирочка, знаешь, как идет хорошо? Ты реально это все еще существует? Офигеть можно. Ну, это для ленивых, они смотрят. А? Добби. Так, а мы открываем. Сегодня наш магазин на диване открывает козу. Там розница сзади тебя лежит. Точно. Ты, короче, никогда не пробовала, да? Вкуснейшая. Ты меня один раз... Очень вкусная, да? Она из самых дорогих колбас вообще считаешь, представляешь? Ты мне что, наивкуснейшая про сало говорила. А сало вкусное. Мне не понравилось. Ксюш, вот так делай. Красиво. Вот не так. Блин, почему? Во-первых, не этим ножом. Не почему, каким, да. Вот так. И хорошим ножом. Вот. И покажи прозрачность янтарную. Она жирная, да, живущая? Но она вкусная. Не, ну кошка, это лошадь-то не жирная же. Кошка. Кошка. Лошадь. Давайте первая, я пошлю тебя. Мышиный писк внизу не разобрать. Пусть говорят за вами. Где-то, что-то. Внимание не стоит обращать. Не стоит до мышей вам опускаться. Интриги, сплетни — это пустота. Подумайте, ведь если разобраться, их просто бесит ваша высота. Красивый. Кто это цвета? Да, весь хочешь показаться, да, сразу? Смотрите, какая сосиска. Давай, что хочешь? Попозируй четко. Ты уже нигде не помещаешься просто. Да? Давай. Спускайся, как обезьянка с лианы. Да. Видишь, ко мне идет Марусь? Да, конечно. К
кого любит, к тому идет. Видишь, смотри. Сейчас он туда залезет. Нельзя. Цветан! Да! Цветун! Ну-ка, выйди оттуда. Марусь, ну убери его. Смотри, он еще и ест. И пошел грязными лапами этими. Стой! Ужас. Какой 5 минут? Полминуты. Все, вот еще как доставать его оттуда? Вот он. О, Господи. Нормально. Хотела вам показать, как я люблю гуакамоле. Очень люблю. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Ребят, я не знаю, как вам объяснить реальность. Короче, он размером с мою руку. Блин, это просто, он просто масяничка такая. Посмотрите. Вот так вот. Просто прикольно. Я нашла, как вам показать. Вот этот топ, вот этот размер S-ка или XS-ка. И вот он на фоне него. Так, ну что, показываю вам результат. Все, все вчера разобрали. Теперь у нас чистота. Отдали пока вчера. И посмотрите. Кроватка. Все хорошо. А то вчера такое красивое белье и закрыли. Очень красивые девочки. Имейте в виду на подарок 8 марта. Ну, очень оригинально. Если честно, я такого рисунка не видела. И он очень запоминающийся, яркий. Очень необычный. Что самое классное, у девчонок всегда огромный выбор. Не обязательно брать то, что я предлагаю. Но там, если вы зайдете на страницу, увидите сами. Очень быстрая доставка. Может быть, с праздниками, конечно, возможно, какие-то задержки. Я не знаю, но обычно все очень быстро. Поэтому имейте в виду, постельное невероятно. Саш, на меня кусают, погляди! Я все время только об одном жалею, что Bangle Bu не делают вот такие же костюмы только на меня. Ну вот почему, а? Такая удобная тема гулять. Вот на Маруську вот 146. Я, конечно, в такой не влезу.
Сейчас мы будем все примерять. Какой хочешь? Ну, надевай синий. Люблю, когда на улице комбинезоны, по той причине, что вот надеваешь кофты, ну, это понятно, это отдельная причина, почему очень удобен этот комбинезон. Ты надеваешь кофту, она все равно вот наверх задерется. Все в комбинезоне так надежно и удобно, потому что все у ребенка закрыто. Покажи капюшон. Сейчас. Вот так вот сверху сейчас. А это можно закрыть от самого отца? Тут это уберем. А я думала, вот так еще можно. Нет, нет, здесь уже нельзя. Дальше ты наденешь шапку. Также взяли, смотрите, жилет. Очень прикольный. Шапку. И вот этот офигенный костюм. Вот на такую погоду, когда очень мокро. Видите, он из такого материала сделан. Очень прикольно. Ну и Марусевич, ты уже красивый очень. Повернись. Красиво. Ой, у тебя прям вообще патриотичный. Ну-ка, повернись. Класс. Россия. Россия. Там флаг у нее, Россия. Класс. Знаете, я в таких случаях все время вспоминаю фильм «Москва слезам не верит». Помните, когда он же Жора, он же Гоша, обиделся на нее и, значит, ушел. И как настоящий советский мужик, что он сделал? Он приехал к себе домой, взял бутылку, взял воблу и молча все грустил. Ну, правильно, раньше так и было, как мужики ссорились с женщинами. Вот это так и было. А что мужики делают сейчас? Ну, не все, конечно. Я не буду всех обобщать, и, понятное дело, я про инстамир. Ладно, про инстамир, хорошо. Через стойки выясняют отношения с женщинами, понимаете? Через стойки, вот так вот. Купи себе бутылку водки и воблы. И будет твоя жизнь прекрасна, как мне кажется. Просто я в фильме вспомнить все, понимаете? И сейчас надо будет вспомнить, потому что у нас опять выступление. С моим любимым дорогим человеком. Вот он, красавчик. С фильтрами. Димулечка, привет. Мы сегодня розовая команда. Команда Dream Team. Да, да. Мы готовы выходить на лед. Боже, как страшно. Тут у нас один человечек поставил цель понимать песни на английском без перевода. И поставила такую задачу перед своим учителем. И теперь они активно этим... Я, кстати, тут чуть-чуть подслушала их урок. А вот есть фраза, я ее сейчас здесь напишу. Вы знаете, что означает эта фраза? Скажите мне, пожалуйста. Ну что, как прошел урок? Урок классный. Я тут подслушала, на уроке обсуждали всякие интересные фразы. Ну, расскажи мне, как переводится такое выражение? Smoke and mirrors. Ну, если дословно, то дым и зеркала. Но это идиома. Так говорят, когда кто-то скрывает правду. Угу. Так, хорошо, молодец. Песни выучили уже? Ну, так, еще в процессе. Достаточно давно занимаемся в школе SkySmart. Могу вам сказать, что я очень довольна, потому что для меня делать с детьми уроки – это просто невыносимо. Правда, будто я сама возвращаюсь в школу, это каждый раз стресс для меня. Поэтому мы просим учителей в SkySmart помочь даже иногда с домашней какой-то работой. Они все им объясняют, и поэтому это очень-очень удобно. Так что если вы не хотите нанимать репетитора своих детей, то SkySmart – это очень хорошее решение. Кстати, была такая ситуация, Маруся очень нестандартна.
на отдыхе на английском языке ответила продавцу. Мне это очень классно, потому что ее учитель английского языка в SkySmart, да, он рассказал всякие лайфхаки. И на занятиях они не идут абсолютно по учебнику. И в онлайн-школе абсолютно современная программа, где ваши дети с легкостью будут говорить на английском языке. Не вот этот английский, который прописан в учебниках, а очень такой интересный современный английский язык. Кстати, пока идет сторис, между прочим, вы можете получить первый бесплатный пробный урок. Я здесь оставлю все ссылки, вы обязательно переходите. У Феди есть талант. Это энергетика. Он начинает спрашивать, а почему у меня нет пальцев? Он такой же спортсмен, как и все. Его это прям очень потрясло. Он счастлив. Он открылся. Как бы если есть в сердце любовь, хочется сделать этот мир добрее. Моя заветная мечта – стать олимпийским чемпионом. Лапища. Огромный. Кто такой тигр? Что за лев этот тигр? Хвост еще. Смотри, какой-то большой. Ты что такой огромный? Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило. Маленькая сестренка, это, короче, там была. Uh-huh. Вот. А мама говорит им, только не зарвите унитаз. Они такие, не зарвем. И такая. А вот эта маленькая сестренка Джинни, uh-huh, плачет, что она тоже хочет Хогвартс там. Хочу. Еще раз по буквам. Пиши Г, А, да. Две Р и И. Гарри, да. А фамилия? Потом П, О, Т, Т, Ер. Ер, правильно. Все, Гарри Поттер. То хорошо читает, мое солнышко. Только недавно 6 лет исполнилось, уже читает, так классно. Сейчас 2/9, 3/4. Сейчас содержание. А ты померила, я тебе вчера обувь купила? Клевые такие носки, не могу. Я купила тебе купальники, вот. Смотри, какой красивый купальничек. Большой. И вот тебе еще, смотри, какой клевый. Сейчас покажу. Нет, а, это Маруськины тоже все. В этот раз Маруськи больше, чем тебе достало. Очень красиво. Шлепки, правда, на пляж, не под это платье. Ну, очень красиво.
такое бывает, покупаешь детям и забираешь сама. Блин, я обожаю вот такие всякие носки. Просто с ума схожу. Так. Джордан, мои мечты приехали. Ура. Так. Тетя Капусточка готова. Выходить из дома. Все. Сегодня на чили, на расслабоне. Мы сейчас в конце недели опять летим отдыхать. И кто-то вчера из девчонок сказал: Ксюх, может, не будешь выкладывать, чтобы тебя подписчики не сожрали с потрохами? И я говорю: ребят, послушайте, ну, буду только рада, и тем более частенько подсказываю своим подписчикам, как можно спокойно заработать для того, чтобы, в принципе, в этой жизни иметь то, что хочется. Все иметь, конечно, невозможно, но, по крайней мере, жить намного свободнее, реально есть шанс. И вот этот путь сейчас выбрали мои очень близкие друзья Митя и Лена Бушина. Я думаю, все вы их знаете прекрасно. Я, ребят, очень сильно люблю, это мои близкие. Даже вся страна заказывает все на Валберес, да? Вы все это и так прекрасно знаете. А, кстати, насколько я знаю, там менеджеров не хватает. Вы просто откройте Headhunter, да, и посмотрите, сколько объявлений по поводу, ну, сколько объявлений. Они давно вынашивали эту идею, Лена с Митей, и вот буквально за 2 недели они вышли на эту площадку. Они нашли прекрасную команду, которой они очень довольны. Они сделали свой бренд одежды. И это... Смотрите, что важно, да? Ну, с настоящими профессионалами они готовят очень мощное обучение по профессии менеджер Валберес с нуля. Уже в этот четверг, 24 февраля, в 7 часов вечера, они проведут закрытую, бесплатную презентацию, ребят, своего проекта. Давайте, ребят, поддержим. Ваша задача достаточно простая. Вам нужно перейти по ссылке и записаться. В конце вебинара будет розыгрыш бесплатного обучения на курс. Ребят, я вас поздравляю. Вы очень крутая команда. Еще раз говорю. Это мои близкие друзья, и я считаю, что когда твои близкие растут на твоих глазах с такой невероятной скоростью, абсолютно, абсолютно все сейчас переходят на эту платформу, продажники, кто вот занимается продажей и кто правильно мыслит на сей счет, поэтому я считаю, что, ребята, все получится. Молодцы, и у вас тоже, конечно же. Еще раз спроси про олимпийских чемпионов. Вдруг скажет. Ну, они называются станут олимпийскими чемпионами. Между нами тает лед. Пусть тебе нас никто не найдет. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов, молилась за меня ночами, скучала столько, сколько я обидел, столько и прощала. Всего хорошего! Одно из них или поискать другие? Давай сыграем «Сто к одному». Добро пожаловать на игру «Сто к одному». Здесь я задаю вопросы, а вы пытаетесь угадать самые популярные ответы. И, конечно же, набрать времени. Молодец. Так держать. Есть такой ответ. И вы зарабатываете 180 очков. Нужно угадать еще 5 ответов. Чего вечно не хватает? И вы получаете 240 очков. Угадайте еще 4 ответа. Чего вечно не хватает?
Счастье? Или не есть. Счастье. Это один из популярных ответов. 60 очков. У нас есть эти колонки разных цветов. Вот есть еще такая очень прикольная серая. Очень круто, что на ней можно не только играть с детьми, я не знаю, вы можете включить медитацию, музыку для тренировок, вы можете просто послушать радио. Это отличный подарок. Короче, возможности этой колонки абсолютно безграничны, нам они очень нравятся. Чтобы девчонки не ругались из-за одной колонки, потому что одна хочет одного, другая другого. Они у нас есть две, их коричневая очень стильная, красиво вам уже показала, у Таюшки. Она серая. Можете, кстати, рецепты там посмотреть, последние новости. Короче, я отправляю вас на сайт, вот ссылочка на нее. Можете выбрать отличный подарок в преддверии всех очень классных праздников. Все, мы поняли, в чем секрет. Какая красота. Мое пирожное в школе. Нет, с утра специально напекла тебе. Да, я рассказываю. Это Жанка купила в магазине. Молодец, Жанька.
А у нас сегодня лекции. И до бесконечности. Если я набираю идти через отношения, они у меня будут в 50, 60, 70, 80, 90. Они будут меняться. Там какое-то другое место сексу будет, например. Но если они мне нужны, они у меня будут. Но мы же так не думаем об этом, да? У нас же есть представление, до какого времени нужно схватить кусок, да? Партнера, ребенка, дом, отношения, иначе старости вообще. Представляете, сколько всего? Вот мы куда не идем, везде вот засады, да? Везде вот с разных сторон. И проблема это не засады. Проблема в том, как они на нас влияют, потому что мы этого не осознаем. Получается, всегда нужно быть в себе максимально. Я думаю, здесь важно иметь способность себя возвращаться. Где бы ты ни находился. Очень много было женских тем, очень круто, как бы эти фазы собрать. А что по мужскому выживанию? Как вы выживаете? Социальными? Не 300 лет назад, когда чтобы выжить нужно было биться, да, когда понятно были правильные, потому что было очень четко понятно, кто такой мужчина и что ему нужно делать. Правильно? Было же понятно правила любви. А сейчас же они непонятны. Сейчас же мужчинам много очень противоречивых требований от женщины, от социума, от всего. И как понять? Вот откинуть весь этот мусор и сказать, а я кем собираюсь быть? Ну нет, каким правильным? Я сразу, что он это казан сказал, да? Я вообще кто? Выйти из этой ракушки, да? Из которой я могу только обрезаться. Выйти из выживания. Да? Да, Андрей. Ну, может быть, еще агрессивный, еще какие-то. Женщина тоже дает много противоречивых посланий, каким мне нужно быть. И похоже, выход только один. Точно так же, как с женщиной мы говорили. Реши самому, какой я. И нести это. И все успокоятся тогда. И всем все станет нормально. А, да, да? Ну хорошо. Здесь нет других вариантов. Вот есть джентльмен, да? И это про свод каких-то принципов, законов, правил, в том числе про духовность, да? Опять же, здесь, в этой точке, этим мы управляем, поэтому нам не нравится.
Книга с собой и немножечко вещей. Тоже с собой. Все, сегодня улетаем. Ну что, готовы? Всем готовы. Всегда готовы, да? Ты уже с понедельника спрашивает, ну когда, ну когда, ну когда? Это день настал. Что-то просто, лишь бы поспать. Кому-то просто страшно лететь. Да, как всегда. Вот мне тоже все время страшно лететь. Ага, конечно. Все время страшно лететь. Только тебе не страшно, тебе iPad в руки, да, и все, больше ничего не надо. Ну, это правда. Да, кузнечик? Называется, когда у тебя никогда ничего не запихивается в косметичке. У вас так кажется? Просто какой-то ужас. Причем у меня с собой есть еще одна, но нет. Понимаете? Она огромная, чтобы вы понимали, она прям большая. Иди отсюда. Чего ты приперся? Ребят, впервые за несколько дней выхожу с вами, чтобы поговорить и объяснить вам ситуацию. Значит, смотрите, Бог даст, и если все будет нормально, мы сегодня с детками улетаем на отдых. И ни одного в момента в своих сторисах или в своем инстаграме, в принципе, на своей площадке, я не хочу за это оправдываться. Я сразу вам говорю, поездка была запланирована заранее. В любом случае, для меня инстаграм-площадка – это не я не хочу здесь рассуждать о политике. Я вам много раз об этом говорила. Для меня это развлекательный контент, им и останется. И все вот эти ваши сообщения, я любила вас 15-20 лет, а теперь разлюбила за то, что вы не пишете черные квадраты или никакого права за меня принимать решение о моей позиции. Потому что вам кажется, что если люди молчат, значит, и вы сразу за них делаете какие-то выводы. Еще раз говорю, я со своими близкими свою точку зрения обязательно обсудила и обсужу еще. И я могу с своими близкими ругаться на эту тему, могу мириться, могу плакать, могу молиться, делать все, что угодно. И не хочу на свою площадку, которая для меня является развлекательным контентом, и устраивать там войну. Вот этого я точно не буду делать. Поэтому, ребят, если вам что-то не нравится, вы можете всегда отписаться. Поверните, я говорю, направо. Те, кто меня любит, те, кто со мной давно, они меня поддерживают в этом моем молчании и говорят о том, что Ксения. Знаете, как телевизор смотришь, ведь телевидение отказалось от развлекательных программ. Вы же не плюетесь в кадр и не кричите о том, что почему. Есть определенные развлекательные каналы, которые абсолютно не обсуждают никакую политику и не смотрят свою. Я и так достаточно откровенна по поводу своей личной жизни. Я же имею право на какие-то свои позиции, на которые я имею право. Я думаю, меня адекватные люди все поймут. Спасибо. Что ты там набрала, что теперь тебе тяжело? Планшет столько весит. Сейчас вот на таможне будешь рассказывать, почему у тебя гири с собой. А где Карина? Или рюкзак Павла. Мама, где Карина? Вот и тетя Карина. Я не фоткаю. Это видео.
Пау везде с нами. На самом Матильде отойдет. Ну иди спустись, они. Можно? Да, конечно. Глазастик. Мати, ты чё? Осненько. А потом сразу кукурузу. Покажи свою игрушку. Целыми днями они с этими игрушками я ходят. В воде или в джинже? На завтрак где? Завтрак мы в джинже. Вот только у меня человек... У меня уже пустые были.
пришел на завтра. Только что. Вот у вас так же, скажите? Что происходит-то, объясни. Не знаю. Руки в нутелле, куда ты глаза? У меня только мизинец, только вот этот. Короче, тут птицы крадут еду. Птицы хлебом кидают. И залезают наверх, едят. Сначала мне и все это падает. Уронили. Маруське уронили. Там горел мой пупсик, да? Нет, салат еще круглая морда. И она это вот днем, она не это, не качает. А что, мохито невкусный ты заказал? Не помещается он. Высыпи его.